Терроризм – это зло, которое порабощает мир ужасом, насилием и страхом. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы. Разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Терроризм – насилие против мирных и беззащитных людей. Терроризм по своей сущности относится к таким способам лишения человеческой жизни, жертвами которой чаще всего становятся невинные люди, которые не имеют никакого отношения к какому-либо конфликту. Терроризм – это путь в никуда. Уважаемые друзья, занимайтесь спортом, наукой и не дайте себя обмануть.